Посылка пришла от Павла Чернова, мотовоз, наконец-то! Как я ждал эту посылку. Плохо. Павел Чернов, мотовоз, Санкт-Петербург. Тапочки. Тапочки! Это те тапочки, которые были заминированы. Какая прелесть! Большое спасибо, Паха! Мы буквально сегодня же с Владом переобуемся и будем ходить в заминированных тапочках от Димона. Спасибо, дорогой. Больше ничего нету. И хоть бы что-нибудь положил. Магнитик бы, еще что-нибудь. Добрый день, дорогие друзья, и компания Motolife.ru приветствует вас. У нас на Дальнем Востоке уже солнце жарит так, что птицы падают прям с неба. В общем, у нас за 30 и выше на самом деле. И сейчас у нас обед, вся работа остановилась, асфальт плавится, и у нас есть несколько минут, чтобы поговорить о мотоцикле для начинающих, как говорится. Итак, самые доступные мотоциклы в этой категории, это, конечно же, литры. Потому что нормальные пацаны не привыкли катать на 250-ках и на 400-ках, потому что ваш менталитет просто на величине. Сразу же тут нам звонят с ГАИ, мы отключаем, чтобы они нас не беспокоили, они знают, что мы снимаем этот обзор. Итак, вашему вниманию мотоцикл для начинающих. Honda CBR 1000F. Большой, здоровый, монументальный мотоцикл, который когда-то называли Хуриканен. Но так как это уже финальный выпуск вот этого здорового мотоцикла от компании Honda Liter, он весь запечатан вот пластмассом, как правило, красно-белый цвет Хонды. На спидометре у него 280. Ого! Там еще и в милях какие-то данные. В общем, эту версию вот именно в этой раскраске назвали Honda CBR 1000P. Престиж. Это самый престижный мотоцикл был в 93-м. В 94-м году, тогда, когда, скажем так, молодежь в 90-е занималась, скажем так, веселыми делами, катали на шестерках, на девятках, и тут вот появились вот такие мотоциклы. Конечно же, это было просто космический корабль. Да, действительно, мотоцикл едет очень хорошо, очень интересно. Но поговорим более правдиво о нем. Зеркала у него сделаны точно так же, как на Феррари Тесторосса 90-го года. Ну, ладно, шик-шик-шик. В общем, мотоцикл большой, крепкий, надежный двигатель, но запчастей, конечно, не так уж много. Но Honda, она надежная, она не ломается. Минус этого мотоцикла в том, что у него рама сделана как бы дуплексно и сочленена из нескольких, скажем так, конфигураций изделий геометрического сложения. Поэтому этот мотоцикл, когда при разгоне, он становится как локомотив. Он идет туду-туду-туду-туду и медленно набирает скорость, и стрелка падает за 200, 250 и даже 260. И вы разгоняетесь и летите, словно запущенный молот Тората или Торот молота. Вот это я все последний раз заговариваюсь. Да, очень красивый мотоцикл. Большой, обтекаемый. Аэродинамический купол, он у него сделан так, что действительно при скорости 200 км в час вы будете чувствовать себя довольно-таки прикольно. Большая фара. Такая, чтобы вот все видели, вау, вот у него такая фара. Туда она стеклянная. Туда можно лампочку галогеновую вставить. Крыло белое. Уже на тогда, в то время, подумали о аэродинамике и закрыли переднюю вилку большим вот таким крылом, для того, чтобы воздух не заходил на диски и не было шелеста вот этого. Диски большие, тормозные, просверленные, и ими управляет, представляете, двухпоршневая скоба Найсен с одной стороны и с другой. И, конечно же, резиновый шланг, ведь в 93-м году еще не догадывались ставить на высокотехнологичные мотоциклы армированные шланги. Это делали только в тюнинговых ателье. Поворотники сделаны точно так же, как на спортивном мотоцикле. И два воздухоотвода. Это чтобы захватывать воздух, который будет отсюда вот выходить и вам хлестать по листу и по лицу. И вам будет приятно, дорогие друзья. Мотоцикл здоровый, тяжелый, обалденный. Все о нем мечтают. Хоть это и спортбайк, но у него есть и боковая подножка, и общая подножка. Попробуем поставить на общую подножку. На общую подножку мы его, блядь, ставим.
Мы его еле поставили, и теперь мы можем любоваться. Самое приятное, что он сделан, как будто бы это космический корабль, как будто бы он откуда-то прилетел. Седло, вот так у него вот это все вот седло. И в седле у него крутилка. Друзьям вы будете рассказывать, что это закись азота. Но это всего лишь кран, который закрывает бензобак и ставит его на резерв. И оно, конечно же, оригинальное, синего цвета. Говорит о том, что, дорогие друзья, что оно синее. И тут немножко она порвалась, это покусала его собака. Большие широкие колеса с глубоким грунтозацепом и с волосиками. Это говорит о том, что мотоцикл в отличном состоянии хранился очень хорошо. Вот цепь на вытяжке, середина. Цепь звезды, хоть и цепь ржавая, но она еще послужит своему хозяину. Потому что на этом мотоцикле, как правило, вы покатаетесь недолго. Вы, скорее всего, его продадите и купите более технологичный мотоцикл. А на этом вы получите удовольствие. И тут есть скрытые крючки, дорогие друзья, представляете, надавливаете, и эти крючки будут позволять, вот вы выдвинули крючки, когда вы будете садить свою девушку, она сядет и порвет колготки, и у вас будет шанс, чтобы съездить куда-то и поменять ей колготки и нижнее белье. Это прикольно, так эротично. Да, две трубы, мы про них говорили, они окрашены в цвет титана, представляете, и, конечно же, сзади по автомобильному стоит скоба, и двухпоршневая скоба с резиновым шлангом. Тормоза у него нормальные, дорогие друзья. Подвеска, скажем так, хоть и прошлый век, но она справляется. Тормоза, если честно, вяленькие, дорогие друзья. Взятые от 750-кубовой версии. Ну ладно, пойдет, это же Honda. Заливная пробка. Да-да-да. Заливная пробка, дорогие друзья, сюда надо заливать масло. Но так как это Honda, вы можете об этом и не задумываться. Можете катать, катать и катать. Мотоцикл вывезет все. И ваши проблемы, и ваших друзей, и даже кому вы продадите, он тоже вывезет. Вот здесь у него вот такие пластмассовые штучки, это Honda, подумал. Они отстегиваются, представляете? И там вот железная скоба, представляете? Это скрытый этот, как его, шух-шух. Ну, чтобы не поцарапать мотоцикл. Вот такие они продуманы. Теперь я хочу, чтобы на вот этом фоне камера, вот этот мотоцикл появился, и все, вау, Honda, ты лучшая в 90-е, вау, 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 и все начали копировать Honda. И, конечно же, первый, кто ее скопировал, это, конечно же, Kawasaki. Kawasaki, ха, Honda, да у тебя много каких-то минусов, и они сделали совершенно подобие искусства. Они сделали Kawasaki ZZR 1100. Они, эти мотоциклы, очень сильно похожи, но Kawasaki ZZR 1100 намного красив, импозантен, блестящ. И он сразу же завоевал рынок и тем самым оттолкнул, скажем так, легендарную мотоциклу Honda CBR 1000. Хотя вот это мы назовем, это самурай, представляете? А это наглая ниндзя, которая ночью пришла и выгнала самурая из дома и начала кушать его палочками, его лапшу. Какая ты красивая! Как не стыдно, да? Ну давайте поговорим про Honda, это потому что этот обзор про Honda. Большой мотоцикл. Поэтому попробуем его развернуть. Наклоняем. Мотоцикл разворачивается. Это говорит о том, что центр тяжести у него правильно сбалансирован. Мотоцикл прикольный, очень интересный. У него вес 232 килограмма, поэтому он не дотягивает даже до R1. А лошадей у него очень много, то есть их можно погонять и погонять. Здесь аж 132 лошадиные силы. Этого довольно-таки хватит. Ну что, посмотрим, ходовка мягкая. Вот, это что и от Хуриканина, что на этом мотоцикле. Все это податливо, все вот так, все жив-жив-жив. Обратите внимание, какое у него торпедо. Вот внизу, как на самолете. И вот тут лампочки горят. Это очень модно. Это для себя приятно, что у вас такой мотоцикл, представляете. Бензобак вот такой большой. Можно нагнуться и нюхать бензин. Ну, попробуем завести, послушать этот мотоцикл. Надо что-то сделать. А, подножка. Подножку надо убирать. Заработал, гудит. И вот это весь пластик, как бы так. Очень приятный вот такой звук. Когда будете разгоняться, на бак можно ложиться. То есть стекло полностью будет вас закрывать. Мотоцикл интересный. Интересный. Самое главное, что он за доступные деньги. Он стоит столько же, сколько его 400-кубовый собрат. Представляете? Стоит как 400-ка, а мощей, как на настоящем корабле. Коробочка хондовская, щелчок и подталкивается. Я прокачусь сейчас и вернусь сюда.
бешеный потенциал, очень красивые изгибы и, конечно же, большой аэродинамический купол. Этот мотоцикл очень сильно похож на многие спортбайки. Ведь именно с него начали рисовать большие фундаментальные мотоциклы, такие как Kawasaki ZZR 1100, либо Hayabusa. То есть это и был шаблон для тех больших мотоциклов в пластике. Именно о нем начали говорить: я хочу большой спортивный мотоцикл в пластике. Это именно он. Дорогие друзья, у нас таких варианта два. У нас два таких CBR 1000F. Один Position, а другой F-ка. Торопитесь, у них цена совсем низкая. То есть вы сможете приобрести его на оставшиеся деньги, еще погулять с друзьями и пригласить девушку в сауну. Это отличный вариант, он как раз в эту жару. Ну а что, дорогие друзья, мы сейчас продолжим наш видео, наш блог, скажем так, тем, что я сяду на этот мотоцикл и прокачусь по трассе в эту жару, попробую что-нибудь с него выдавить. Хотя у нас сегодня очень большое движение, все едут на море, дорогие друзья. Ну, не забывайте, что у нас очень много мотоциклов. Вот Kawasaki ZZR 1100. Хотелось бы сказать, это как бы по скриптам, дорогие друзья. У ZZR 1100 вторая передача не вылетает. Это все придумано теми, кто не ездил на мотоцикле. Вот кто не ездил, вот, ну не вылетает на нем вторая. Ну не вылетает. Хотите, хоть хотите докажу. Ну это хотя вот ему, вот сейчас я вам докажу. Не вылетает. А то все вылетает, вылетает. Итак, первое. Вторая. Так что, дорогие друзья, за вами только выбор. Либо вы берете настоящую легенду Honda, либо берете наглую ниндзю, которая забралась в дом к Хонде, отобрала ее палочки и кушает ее лапшу. А на самом деле это два брата-акробата. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, будет много еще интересного. Итак, дорогие друзья, динамические испытания дорожно-спортивно-туристического мотоцикла Honda CBR 1000F. Любя его называют Хуриканя, а так на самом деле это просто космический корабль. Вот это щук-щук, вот это загорается. Ну, видите, он, и сразу он не может попикать. Вот это включить надо. Все так, немножко, как будто бы в 90-х годах. Ну что, прокатимся? Так, телефончик что там не вылетит. Ну все, мы хорошие. Ну давай, поехали. Мотоцикл очень интересный, большой, длинный. С хорошим падрейвом, с красивой работой двигателя. Маневренные довольно-таки. Остановимся, пропустим автомобили, чтобы их разорвать. Ну что, поехали! Соня! Проходим, трасса загружена немножечко загружена, но ничего, мои хорошие. Так, там сотни поворот. Идет как вкопанный. Двигатель урлыкает, говорит о том, что он со спортивным характером, хоть и туристического направления. Загружена дорога. Сейчас выстрелим. Сейчас выстрелим. На счет три. Раз, два, три. Хорошо идем. Посматриваю на камеру, а она стоит, представляете, как вкопанная. Отлично. Очень эффективные тормоза.
разгон неплохой, скажем так, для 90-х годов это просто ракета. Ну и соответственно для его бюджета. Не забывайте, мотоцикл же бюджетный. Вы его можете позволить, он стоит дешевле, чем 400-кубовая версия. Мы можем попикать. Все на нас смотрят. А на холостых он мурлыкает. Вот так, очень клевый. Да, попоясничать, что. У меня просто такая работа, дорогие друзья. Вы потеете в офисе, а я разобавляюсь на мотоциклах, понимаете? И поэтому в ваших комментариях я сильно на вас не обижаюсь. Иногда жалко вас. Правда, Фая? Фая! Ну что, как не дает? Не дает, моя маленькая. Так и просится на взлетную полосу. Ну, мы катаем здесь. Хорошо. Фая! Прям подхватит такой, посираться в пол. Подхватит такой же машинший. Ну, дорога загружена. Он аж испугался. Что, в сторону? Конечно, конечно. Пук-пук-пук, я извиняюсь. Спасибо, дорогой. Сделаем, моя маленькая, лишь только для того, чтобы приехать первым на финиш. Ура, товарищи! Отличные тормоза, мы отлично растормозились. К сожалению, из-за того, что поток на дороге, нам не получилось положить стрелку спидометра, но гарантирую, потенциала двигателя реально хватает на то, чтобы развернуть и тахометр, и спидометр. Шикардосовский просто мотоцикл за доступные деньги. Вот так. Ну, заезжаем туда. Вау, фаталити! И разворачивается он очень удобненько. Руль вывернули. И спокойно поворачивает. Прикольный мотак. Ну просто сказка. Молодец, молодец. Несмотря на свой возраст, этот мотоцикл спокойно берет те величины, которые не могут взять даже его более свежие, скажем так, собратья. Потому что это настоящие мотоциклы. Это Honda Hurricane.